Привет, вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня я вам хочу кое-что показать, что я себе прикупила. Но перед этим вам, наверное, всем интересно, какие же будут у меня видео. Ну, видео будут, ну, как обычно, My Little Pony там. Ну, вы понимаете. И я подумала, а какие видео вы хотите видеть на моем канале? Пишите в комментариях, какие вы хотите видео видеть на моем канале. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк. Так. Ну что ж, продолжим. Вас может будет ждать видео очень интересное про моего нового питомца. Да-да, вы не ослышались, я хочу завести нового питомца. Ну и я посмотрю, когда я его заведу. Но видео о том, как я буду покупать питомца, вы увидите. Поэтому напишите в комментариях, как вы думаете, какого я себе заведу питомца. Тот, кто... можно сказать, ответит правильно, то те комментарии я пролайкаю. Так, а теперь, значит, я вам хочу показать то, что я купила. Сейчас покажу. Но перед этим я хочу вам сказать, будет видео, если я надумаю, не знаю, если я поеду на дачу, в деревню, вы, наверное, что? Блин, сейчас же все, наоборот, уезжают с деревень и, ну, из дач. А я еду, да, ну как, провести последние выходные. Ну, здорово же. И, может быть, я вам со стороны сниму одно заброшенное здание. Оно такое страшное. Но, к сожалению, я бы в него зашла, но сейчас оно... чьё-то его кто-то выкупил год назад, поэтому зайти не получится. Еще вам покажу очень странную реку. Ее даже иногда называли как, не знаю, какая-то смертельная река, что ли. Но я вам покажу и расскажу, что за история или легенда про эту реку, хотя река самая обычная, но почему? Если вы хотите это узнать, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А теперь я вам хочу показать кое-что, то, что я купила. Сейчас, как вы думаете, что в этом зеленом пакете? Те, кто догадались, вы молодцы. И вообще напишите в комментариях, что это может быть. Ну, а я вам показываю, что это. Это пакетик Эфраше. И здесь это набор. Это, как можно сказать, мой подарок на 1 сентября. Ну, не только это. И новый питомец будет подарок на 1 сентября. А какой вы узнаете? Так, что значит в этом наборчике? Это вот такой вот наборчик тут. Ну, давайте так. Здесь вот такой вот крем для рук. Вот. Так, вот сейчас я прочитаю. Не знаю, какой-то там, какой-то крем с каким-то, не знаю, там, экстрактом какого-то растения. Ну, вот такой вот крем. Вот. Так. А еще я очень люблю во Фраше покупать шампуни. Я просто обожаю ее. Когда у меня заканчивается шампунь, я бегу. Мама, купи мне такой это шампунь. Вот. Это мой любимый шампунь. Это такой вообще набор. То есть это не сам типа вот туда вот наложил, 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 да? Это так продавалось. Вот такой вот гель для душа. Ну или шампунь еще его используют. Он с вкусом лотоса и еще каким-то растением. Вот я сейчас прочитаю. А, лотос и шалфей. Да. Это мой любимый. И еще один мой любимый сейчас вам покажу. Это вот такой вот. Желтенький. Ну, вообще он как оранжевый, но он очень красивый. Это просто на свету кажется желтым. Да, это он оранжевый, вот такой вот миленький. Сейчас я посмотрю. Так, он со вкусом манго. Да, и кориандра. Так, что тут было еще? Ну, и тут как такой как маленький каталог, что можно еще купить. Это, ну, там, для взрослых всякие. Там, тени, там, помада. Ну, еще какие-то вот всякие, как мицеллярная вода там, все такое вот. А это тоже какие-то духи там, какая-то косметичка. Ну, в принципе, ничего в этом интересного нет. Еще пробники такие. Это
Крем вроде, да, это крем такой вот. У меня таких три. Три таких. Еще у меня три. Секундочку. Еще у меня три вот таких вот. Если я не ошибаюсь, то это тоже крем. Или это духи. Я честно не разбираюсь, но я думаю, это крем. Вот такие вот милые штучки мне, можно сказать, подарили. Я вообще очень люблю все такое милое. Вот такие вот гель для душа. И вот такой крем. А если вы все же хотите узнать, что, какого мне питомца, точнее, подарили, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока! Увидимся снова!